и Станислав Свинцов. Так они порознь, а вместе это кабаре «Нежность». Отлично. Кабаре «Нежность», Станислав Свинцов, Татьяна Конькова для вас. Оба они пишут стихи, оба они пишут музыку, оба они прекрасно поют. И это мои любимые люди, поэтому я вас очень прошу, не обижайте их, пожалуйста. Ну все, теперь я спокойна. Раньше меня часто спрашивают у нас, почему кабаре «Нежность», что такое кабаре «Нежность». Ну, вот пока я говорю, пожалуйста, проверьте, что там со звуком. И было много разных разговоров на эту тему, но в какой-то момент я поехала в Париж и увидела те самые кабаре. Это просто такие милые домики. Надо громче. Милые домики, где люди собирались по интересам, пели, разговаривали, играли в какие-то игры, настолки, наверное, я не знаю. В общем, если когда-нибудь мы снова сможем ездить, и я поеду в Париж, я уточню. Но это действительно такие помещения, где так же хорошо, как здесь. Как здесь. Вот, согласитесь, что здесь так хорошо, что просто даже сложно поверить, что это может с нами случиться. Вот, по-своему тоже такое кабаре. И здесь я встретила девушку из Кирова. Но мой муж не любит говорить Киров, он любит говорить Вятка. Буду говорить Вятка. Вот, мы с ней учились вместе. Я хочу в начале концерта спеть такую вятскую народную песню. Немножко за это время, надеюсь, подстроить звук. Итак, песня вятской земли, народная песня «Колечко». Потеряла я колечко, потеряла я любовь, наверно, потеряла я любовь, как по этому колечку. Где тот миленький дружочек, что словами улещал, улещал, наверно, что словами улещал, где тот аленький цветочек? Пойду
косою.